5 лет назад мне подарили вот такой вот наикрутейший строительный пылесос от фирмы Патриот, моделька называется, VC3300, мощностью 1,7 кВт, с огромным воздушным потоком, с баком на 30 литров, друзья мои. Что я им только не делал. За 3 года я поменял только один раз фильтр. Влажная уборка, сухая уборка, что угодно. Ну, в общем-то, зверюга. Есть один небольшой минус, он достаточно объемный. И достаточно неудобно катать его, но это еще та история. Именно поэтому я себе и купил 2 недели назад вот такой вот аккумуляторный пылесос от компании Dell. Друзья мои, честно говоря, это просто бомба. Почему? Потому что, смотрите, взял я его, повесил сейчас на плечо и пошел я им делать любую уборку, без разницы какую. В данном случае сейчас попылесосим с вами автомобиль. Его компактные размеры позволяют его либо разместить на сиденье автомобиля, либо чтобы он висел на плече. Разницы, честно говоря, не будет. Давай сейчас я его включу. Бачок у него, конечно, не на 30 литров. Здесь будет только на 10 литров. Но зато скорость воздушного потока, насколько он качественно или некачественно убирается. Блин, насадку забыл поменять. Сначала надо вот такую вот насадочку взять. Ей будет гораздо легче убирать. Сейчас. Опа. О. Раз. В общем-то, того воздушного потока, который нужен для повседневной жизни, его здесь за глаза хватает. Мощностью он, конечно, не 1,7 кВт. Мощность у него всего-навсего, если переводить аккумуляторную мощность в электрическую, всего-навсего 200 Вт. Но поверьте мне на слово, этой мощности и его компактности хватает на все 100%, а может даже и больше. Воздушный поток у него настолько мощный, что засасывает даже все волосы, поэтому хватать здесь будет. Опа, все чистенько, да? Здесь у нас тоже все в грязи, как вы видите. Раз. Опачки. Здесь нужна насадка немножко другая. Ей мы и воспользовались. Хлоп. Опа, по углам убираем все. Так, ну что же. Здесь у нас уже практически чистота. Так, сейчас я его пока положу сюда. Опа, он нам не мешает. И уберем сиденье. Опа, как вы видите, грязи здесь хватает. Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Garden Stock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. Всех вас рад снова увидеть. Друзья мои, обзоры, которые я снимаю, их действительно очень много. Обычно мы берем какую-то технику, вытаскиваем ее в поле, тестируем и показываем вам наглядно, что она может. Что-то снимаем в магазине. Сегодня я хочу отойти от тематики садовой техники и показать вам вот такую вот интересную штуковину. Вот такая вот коробчонка небольшая, весит она 2,9 килограмма. И вы сейчас спросите, что это такое вообще и зачем оно здесь нужно? Друзья мои, это та вещь, которую я себе купил 2 месяца назад. И он мне действительно настолько понравился, что я просто не мог обойти его стороной, не рассказав вам про него. Это обычный бытовой пылесос, аккумуляторный, без проводов. Друзья мои, это настолько крутая штуковина, я сегодня вам обязательно расскажу и покажу все ее возможности. Поэтому прямо сейчас наливаем кружку чая, а я начинаю. Аккумуляторный пылесос от компании Dell. Моделька называется DAVC 1012LE SET. Почему SET? Ну, потому что у него куча насадок в комплекте. И также аккумулятор и зарядное устройство. И все это будет по цене 11 990 рублей. Почему я сказал, что аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект? Да потому что вы можете купить от компании Dell любую единицу, без разницы. Пусть это будет культиватор, кусторез, электрическая пила. Вытащить из него ваш аккумулятор. Поставить и начать эксплуатировать. И тем самым сэкономить кучу денег. В принципе, что я и планирую сделать при покупке другой техники от этой компании. Итак, сам пылесос весит всего-навсего 2,9 килограмма. Вот такая вот коробчонка. Можно катать на колесиках, можно носить на ручке, а можно, к примеру, когда вы
с ним работаете, чтобы было все под рукой. Вот так вот вы его перекинули через плечо и начинаете им работать. Что самое интересное в этом пылесосе и чем он меня подкупил, это своей мощностью. Ведь мощность у него практически такая же, как у любого электрического пылесоса. Друзья мои, на одной зарядке такой электрический пылесос может проработать до 40 минут. Кстати, работает он не только в себя, но также, как и воздуходувка. Как это делается? Смотрите, здесь есть специальный вот такой вот разъемчик. Раз, вытаскиваем отсюда и вставляем его сюда. И у нас пылесос, сейчас я включу, опа, кстати, два режима мощности у него. Как вы видите, работает во втором режиме. Не знаю, кому это актуально, кому нет. Я, в принципе, воздуходувом не пользовался. Я пользовался именно как пылесосом и до сих пор пользуюсь как пылесосом. И меня его работа устраивает на все 100%. Давайте начнем с комплектации. Что входит в комплект этого пылесоса? Ну, понятно, да, вот эта труба, она, кстати, крепится очень удобно, чтобы он минимально место занимал и был удобен в хранении. Так, давайте откроем и посмотрим, какие именно идут. Ну, во-первых, ремешок, друзья мои. Надпись ДО гордая, да, все видно. Если вы обратили внимание, то в начале этого ролика я вычищал свой автомобиль. Так вот, очень удобно, чтобы он вам нигде не мешал. Одели его, перекинули его, ну, естественно, перед началом взяли шланку в руки и начали работать. Он вам не мешает и не побьет лакокрасочное покрытие. Очень удобно. Но если вы такой пылесос начинаете эксплуатировать в домашних условиях, то, естественно, длины... Ну, что же вы будете, тянуться, что ли? Не будете, да? А здесь сразу в комплекте идет два удлинителя. Можете использовать парно, можете использовать по одному. Раз, два. Ну и для дома сразу идет две насадки. Можете их и в автомобиле использовать. Одна у нас просто обычная, а вторая для покрытия ковролина. И также самая стандартная, самая полезная насадка для чистки автомобиля, которую, в принципе, и я эксплуатирую каждый день с этим пылесосом. Дети, вы сами понимаете, что творят в машине. А у меня их двое, и они свинюки. Ну и, естественно, зарядное устройство. Ну и аккумулятор. Он у нас уже стоит в самом пылесосе. Кстати, очень емкий. 21 вольт, 4 ампера в часа. Хватает его до 40 минут даже в активном режиме. Если будем использовать его в пассивном, то до часа его хватит. Давайте его уберем обратно. И что еще самое интересное, почему мне он понравился? Вы все понимаете, что автомобиль — это не только сухая уборка, но и также влажная уборка. И наш пылесос работает в трех режимах: сухая, влажная и также на выдув. Друзья мои, для наших целей это то, что нужно каждому человеку. Скорость воздушного потока достаточно большая и составляет 1800 литров в минуту. Емкость, друзья мои, за что я его очень сильно полюбил, составляет 10 литров. Да, он очень объемный. Так, раз. Смотрите, вытряхивать его. Раз и вытряхнули. Все. А фильтр стоит вот здесь. Фильтр у нас съемный и, естественно, требует периодические смены. Ну, все зависит от того, насколько часто вы его будете эксплуатировать. Да, осень-весна у нас такой сезон, что приходится много убирать. И самое главное, что нужна максимальная маневренность. Подошли, быстренько все отпылесосили, что вам нужно при необходимости. Поменяли насадочку. Опа, нужна мощность побольше. Включили мощность побольше. А после того, как вы все убрали... Опа. Блин, самое главное, он работает не хуже, чем электрический. А это очень важно. Конечно, многие из вас сейчас напишут в комментариях: но ведь, Алексей, мотоблок неважно, все-таки лучше, и он функциональнее, и я с вами соглашусь. Но те люди, у которых есть автомобиль, а я думаю, это практически 100% наших зрителей, да плюс двое детей в придачу, они как раз-таки меня сейчас поймут. Ведь он настолько компактный, удобный, да еще и мощный, да среди аккумуляторных еще и дешевый, друзья мои. Вот те люди как раз-таки меня поймут, почему я его купил. И я не могу нарадоваться им, ведь... Работать им будет одно удовольствие. Да я думаю, жена у вас его отожмет через неделю, максимум через две. Поэтому даже я, полный скептик, купил его себе и сейчас не нарадуюсь им.
Эксплуатирую я его 2-3 раза в неделю. И он мне действительно очень нравится. Если вам понравилось видео, ставим большой палец вверх. И не забываем, что наш канал не только на YouTube, но также на Яндекс.Дзене, Телеграме и Рутубе. Где больше нравится, там и смотрите. Видео везде выгружаются одновременно. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете про вот этого помощника. Я думаю, он будет позитивный. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.